Всем привет, с вами Мантокер Н. И сегодня я буду проходить третий остров программирования, который называется «Очередь к причалу». Я его уже полностью прошел, но покажу вам его прохождение. Так, вот сюжет. Сейчас. Вот сюжет. Ему нужен скафандр. Вот он, скафандр. Он... Так вот, если я дам тебе скафандр, если ты поможешь мне навести порядок в порту. Ну, конечно, поможет. Вот. Здесь надо ставить кораблики, там своего цвета. Порт был там своего цвета. Какое-то не очень хорошее качество. Да, ну ладно. Может, мне это просто кажется. Вот. А что, это здесь было не просто было написано. Мой код. Ну вот. Тут только один надо. Ну, потому что я писала этот код. Мой сосед поймал Кракена за... Ой. Щупальцу. Вот, кормим чайки. А тут уже сложнее, но... Я пошутил, что сложнее. Очень легко. Ох, ну, не... как же все это легко. Ну, это уже посложнее.
Где твоя шляпа, чувак? Ты чё такой толстый, блин? А кто же наблюдает? Да, в комментариях. Были проблемы. У меня, в принципе, не было. Ха-ха-ха, отлично. Погода. Для него не очень. Эй, малышка, чё плаваешь на бочке? А, и ты. Обожаешь, чувак. Всё время ловишь. Да, кстати, один раз я заглядывал в его комнату на учёру. Там есть комната этого чувака. И его там не было. Потом припёрся чувак. Я хотел на эту тему снять видео, но... Самый неподходящий момент. Этот чувак наведался. Стиральная машинка на удочку. На удочку. Прикольно. О, русалка. Да, вот сидит на камешке. Корм кита. Ох, это очень сложно. Это что, птеродактиль? Прежде чем перейти к последнему уровню, я хочу пройти уровни повышенной сложности. Я их вчера только прошел. Ох, ну и сложно это было. Чё малышка сюда забралась? Крабик хочет цапнуть кораблик. Неправильно. Хорошая. Ну хорошо, что как. Кисы. А вы замечали, что у Хрома нет руки?
Он справляется так же. Да, дома. Он же капитан. Какие-то. Хрум. Не хочешь оставаться здесь работать? Да нет, нужно тортик доставить. Так. Ой, все, программисты говорят, первым пришел, первым ушел. А по-английски first in, first out. Или коротко FIFO. Смешно. FIFO. Очень прикольно. Только непонятно, зачем это все говорят. Да. Ой, смотрите, как он лапкой. Итак, последний уровень. Кормим дельфина. И скажем, вот здесь. Ну. Вот так. Ну что же. Ну вот так я прошел этот вот остров. Да, кстати, видите эти вот вспышки? Их можно только с полным доступом. Вот. Вот все мира. Ну ладно. С вами был Монтоки Рейнер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пока.